Моноси расстроился из-за того, что Valve сделал со смоками, и в особенности его огорчило то, что теперь с USP нельзя снимать глушитель. Дядька Райс решил его успокоить, сказав, что в игре можно будет добавить бинт на снятие глушака. Можно, Монти, можно, только в новом КС добавят специальный бинт на глушитель. Но все на самом деле оказалось гораздо проще. Действительно, в стоковой версии CS 2 при нажатии правого клика глушитель невозможно снять. Но если зайти в настройки игры и поменять этот ползунок, то все будет как и раньше. Не расстраивайся, Илья, все будет хорошо.